Ты посмотри. Если б тут все не развалилось, мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Тут было второе испытание, но все обрушилось в океан. Ну что, значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Вот эта хреновина, типа качелей, может помочь. Попытаемся. Поехали. А как же я? Сейчас, дай только оглядеться. Ладно, ладно. Я тут побуду. Вот это инженерия. Слушай, а в конструировании смертельных ловушек они толк знали. Какое красноречие. Не, ну а что? Это же просто чудеса техники. Я нашел, как опустить качели. Работает? Он тяжелее меня. Я в этом не уверен. Да-да. Эй, хорошо полетали. Ну, если с сокровищами не повезет, всегда можно податься в цирк. Нет, у него... Черт! Вылез. Спасибо. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда. Зачем все эти пышные украшения? А загадки зачем? Ох, никогда не приду.
Еще один крест. На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Вроде да. Вроде да, сойдет. Ладно, давай одну. Жадность, ясно. Только мне ловушка. Узнаешь форму? Мадагаскар. Смотри, тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Эвери, он с нами играет. Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт? Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. Медленно. Тебе еще причитается. Мало было выкинуть меня из окна? Рейв. Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, Бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только... Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. А ладно, это детали. Не трогай! Делаем.
Thank you.
мой! Thank you.
Держай, самолет. Я как-нибудь доберусь. Спасибо, Сэр. Сажай самолет. Я как-нибудь доберусь до тебя. Thank you.
Выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное значит на Мадагаскаре. Там была комната с огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами... Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю, зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо.
Привет. Привет. О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть наряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? Не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно. Ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно. Стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Что конкретно мы здесь ищем? Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Сидите здесь, пойду гляну. Так что, Виктор, ты все еще много путешествуешь? Стараюсь. Выбираю дела, которые отрывают меня от компьютера. Ха, я тут говорил Нейту. Поразительно, что наш бизнес переехал в интернет. Наверняка сейчас есть куча способов сбросить горячий груз. Да, я люблю говорить с клиентами лично, как надежно. Это сложно сделать чаще, общаясь с мастером и товаром. Да, понимаю.
Здесь смотреть не на что. Ну? А, ничего стоящего. Давай, поехали. Каковы шансы попасть под извержение? С нашей-то удачей. Нулевые. Он потом. Поверь, я первым делом прочитал все про состояние вулкана. И где взять на прокат дешевый внедорожник? Салют, не могу поверить, ты искал? В интернете? Ну не все же одному тебе быть всезнанным. Вот это вариант. Ну, моя ласточка. Давай, 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 давай! Залез! Только бы не свалиться. Помедленнее. Держись посередине. Да, я понял. Советчиков у меня хватает. Расслабься. Как думаете, какую у этого моста отличие? Нормально. Все в порядке. Мы тут застряли. Подложи что-нибудь. Черт! Да, кажется, я разобрался. Вот так. Ха-ха! Господи, моя спина! Следы шин. Кто-то здесь был.
А о чем ты там в прокате спорил? Твой брат настаивал на внедорожнике с лебедкой. Значит, ты потратился на лебедку, а на подвеску денег пожалел? Это важно. Ну, а вдруг дождь пойдет? Дорогу размоет. Он так явно запал на тачку, что цена удвоилась. Она все равно бы удвоилась. А я вот зуб даю, что эта лебедка нам ни разу не пригодится. Держитесь. О, черт. Эй, давай помедленнее. Да. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эверин и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Кто знает. Ради сохранности. Их же преследовали англичане. Ну да, может, Эвери помог им исчезнуть? Он уж точно умел прятаться. И заглянем в Пашку. Я с тобой. Башня древняя, но сохранилась неплохо. Да. Ее точно построили во времена Эвери. Кора содрана. К дереву что-то приматывали. Сэм, смотри. Это знак Кристофера Кондента, капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаскаре. Так может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Бред какой-то. Да, точно. Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Ты же знаешь, в машине есть лебедка. Серьезно? Я не знал. Что будешь делать? Еще не придумал.
самый раз. Похоже, было весело. Том, крутой. Ну, готовы? Попробуй. Поехали. Спокойно. Спокойно. Ха-ха! Видишь, Салли, лебедка-то пригодилась. Ну, проехали один холм. Пока она себя не окупила. Ну, пока нет. Хоть маленький, но успех. Я буду радоваться большим. Сейчас отсоединю лебедку и поедем. Полюбуйтесь, Джек. Потрясающе. Только представьте, вы, богатые, преуспевающие пираты, бежали сюда, подальше от угнетения. А бедные угнетенные пираты хотели просто спокойно грабить в свое удовольствие. Нет, 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 они мечтали стать свободными. Если искать место, чтобы укрыться от общества, совсем неплохо. Уже 100 лет едем к этому вулкану. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала из Англии в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. Да. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звездам. Ты знаешь что? Не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да. Все равно, это очень долго. Смотри, там пещера. Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Людин один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колоний. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. Что скажешь, Нейт? Сейчас разберемся. Yeah.
Готово. Ждем сигнала от Надин и взрываем. Ладно. Похоже, тут... Что делать? Получат у нас. Своими руками бы убил. Сосредоточиться. Я тебя найду. Погоди. Делать. Получится. Своими руками бы убил.
Готово. Ждем сигнала от Нади и взрываем. Yeah.
Стой. Одного уложил! Вроде все. Зараза. Рейф и Надин пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой.
господи, инфраструктура у этих пиратов ни к черту. И как выбираться? Есть, одна осталась. Лебедка, Салли. Полезная штука, да? Я был не против лебедки, а против вымогательства. Держитесь, парни. Далее, как хорошо ты знаешь Сани. А что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих громил? Ну да, как же. А если мы предложим ей больше, чем Рэй? Нет, она так не работает. Она из тех наемников, кто берет деньги вперед. Так что у Рэй-то преимущество. Смотри. Наемники. Да, они пригнали серьезные силы. И очень близко подобрались к вулкану. И я об этом думаю. А что, если они уже нашли сокровище? Ну, смотри, они тут все обнюхивают. Если бы нашли, то уже бы не искали. Да, да, ты прав. Эй, сэр, хочу тебя спросить. Чем ты занимался в тюрьме? Ну, знаешь, в основном читал. Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил, старался не лезть в разборки между бандами. И еще много думал. В общем, это все. Сэм, если охранник тебе помогал, почему ты не связался с нами? Я пытался. Просил его отправить тебе письмо. До востребования. Я его не получил. Потому что начальник засел. Да, я крюку спалился. И того охранника уже больше не было. Господи. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Элькасаром. Все вышло не так, как он ожидал. Кстати, вскоре.
Много лет назад я тоже имел дело с Алькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты еще жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он еще не сделал карьеру в мафии. Я продал его боссу несколько японских гравюр. Ему нравились сёгуны и все такое прочее. Алькасар был посредником. И какой? Тихий, но напряженный. Словно может взорваться в любую секунду. Ну, значит, он не изменился. Я забрал деньги и свалил к чертям. Короче, пират заходит в бар. Ну, начинается. И у него из мотни торчит штурвал. Так. Бармен ему говорит: эй, штурман, разворот. А пират ему в ответ: разворот, яйцеворот. А мне нравится. Я тебя сейчас высажу. А, это что, колодец? О, колодец. Темно, мокро, но зато грязно. Салли, это твоя шутка. Да, зато чувство юмора есть. Что у нас тут? Нашел там что-нибудь? Может быть. Будь другом, сядь за руль. Ага. Эй, Салли, врубай заднюю! Ugh.
ерунда. В отеле покажу. Виктор, что ты говорил? Я тебя сейчас высажу. Наемники что-то нашли. Не спеша. Ладно. Смотрите-ка. Что это? Холмом еще одна башня. Наемников видишь? Сложно сказать. Ну, похоже, мы все-таки первые. Осмотрим все и идем дальше. Подъемный мост средневековье. Ну, такой мост не пускает к тебе незваных гостей. И защищает сокровища. Один здесь уже были. Кто нашел, тот взял. Снова знак. Ну, узнаешь его? Вообще-то да. Энн Бонни. Действовала в Карибском море. Вроде умерла в тюрьме. По крайней мере, так пишут в архивах. Ну да. Эвери ее тоже пригласил. Сюда. Ступени обвалились. До рычага никак не добраться. Поищу, на что можно встать.
Будь осторожен. Эй, парни! За мостом стоит огромная башня! Высоченная! Есть! Сэм! Срочно это вполне! Живой? Да. Справишься? Угу. Ну, до скорого. Я подгоню машину! Отдыхайте! Я справлюсь! Ой, ну ладно! Ручка там отдыхает! Так держать, парень! Стой! Стой! Наемники! Прячься! Тепло на меня достали! Прокатная тачка! Они! Разделиться! Найди их! Увидели? Стреляйте без предупреждения! Давайте, выходите! Обещаю вам быструю смерть! Погоди, там какой-то звук. Лучше проверь. Сделаем. Thank you.
Ты меня слышишь? Сейчас опустим мост. Попробуем еще раз. Подушки есть? Или парашюты? Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а?